очень важная победа, и я считаю, что полностью заслуженная. И должна была она быть крупнее. Мы владели и контролировали игру, да, второй тайм мы осознанно, наверное, отдали территорию, но, поймите, имея такого нападающего, как и Фаги, мы, наверное, должны это делать. Это человек, которому нужна зона, и мы должны ее для него создавать. В принципе, это работало, но где-то не реализовали. Да, действительно, с победой, вот, это очень хорошо. Я бы назвал этот матч неиспользованных возможностей. Да, я согласен с вами полностью. Потому что столько моментов. Мы должны были гораздо раньше закрывать эту игру и спокойно ее доиграть. Вот. Еще такой один вот, уточнение, вопрос. Второй тайм Рыбач практически почему-то без мяча играл. Вот, совсем на него вот, просит мяч. Но я же не думаю, что это собака ваша. Не знаю, надо посмотреть. Мне так не показалось, что он играл без мяча. Андрей очень активно включался в атаку. Я думал, что мне только... Во-первых, он играл в позиции такой, где... Он не играл в опорной зоне, он играл в латерале, априори он будет реже касаться мяча.